очередь то, что опасное, то, что очень долго разлагается в природе, это тяжелые металлы. Соли тяжелых металлов, никель, кадмий, свинец, ртуть, цинк, мышьяк. В чем опасность этих загрязнителей? В том, что в природе период их разложения, ну, скажем, до того, чтобы они перестали быть опасными, может проходить там сотни и сотни лет. Это первое. И второе, это то, что тяжелые металлы, как и ряд других органических загрязнителей, они имеют такой эффект биоаккумуляция. То есть, когда эти вещества накапливаются в организме человека или животного, очень сложно оттуда выводиться. Кроме тяжелых металлов, есть еще такие загрязнители, как хлорорганические соединения, в том числе к ним относятся пестициды, так называемые. Один из таких самых опасных пестицидов – это ДУСТ. Воздействие очень пагубное, мутагенные есть свойства, то есть влияют на геном человека и токсические свойства. Диверсия, которая произошла на Каховской дамбе, те последствия, которые можно было просто вот наблюдать невооруженным взглядом, и одесситы, и просто люди видели эти ужасные фотографии. Даже эти фотографии, зрелищные кадры, они не передают всех тех, скажем так, последствий масштаба, с которыми мы столкнулись. Медийные банки очень и очень сильно пострадали. Особенно пострадали медии, которые находятся за волнорезом, вот в этой нашей прибрежной зоне. Но, как я уже и говорил, больше 50-60% медий погибло. Со стороны моря ситуация несколько лучше. Цей період, коли була активна фаза війни на Чорному морі, коли нам ЗСУ вдалося вигнати орків з північно-західної частини Чорного моря, біля Зміїного, тоді було дуже потужне навантаження, і ми збирали всю інформацію по всьому Чорному морю, по всьому узбережжю. Ми оцінили цю цифру, принаймні 50 тисяч, але там ще тисячі були контужених, які доля їх невідома, потім вони теж гинули через деякий час. У 2023 році загинуло декілька сотень фізично, які були знайдені біля окупованого Криму орками і біля Новоросійська, де вони там вже свій флот тримали. І флот тримали, але вони, коли тримають цей флот, вони дуже потужну таку охорону там влаштовують. І звісно, сонари працюють, тому там дельфіни гинули, але в нашій частині Чорного моря гинули дуже мало. Ну, викинули дуже мало тіл, і вони можуть бути викинуті або сприйти з течією з кримських акваторій, або біля Кінбурзької коси, або біля джерел Гача.